Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем сегодня радовать вас трэш-контентом. Качаем Купидона на 12 и потом остальных героев прокачаем. Хочу Купидончика прокачать в первую очередь, потому что у нас Архидемон скоро. И на нем потестировать. Там невъебические параметры новые. Сейчас мы это все рассмотрим и качнем. Так, ищем нашего Купидона. Вот он, Купидон. На 10 уровне энергия плюс 65, урон плюс 65% в течение 6 секунд, кулдаун 6 секунд. То есть фактически все время под бафом Купа находится герой на 10-10. На девятке там на десяточку меньше. 11 скилл. У нас пропадает максимум 10 целей. То есть, насколько я понимаю, он будет хилить у нас полностью всех героев, которые есть на битве, ну, на поле боя, то есть юнитов, увеличивать атаку, всем похрен. То есть уже получается, уже плюс. Дальше, урон плюс 3%, энергия на 75, еще плюс 10. Вот 11 это будет, думаю, для многих оптимально, 12-ку многим нету смысла качать. И самое основное, он еще будет увеличивать скорость передвижения на 20%. Ребята, это герои у вас просто будут летать вот так туда-назад. На 12-м плюс 35 скорости, урон 72. Я не знаю, такое ощущение, что у нас там следующая обнова появятся остальные бафера, и можно будет просто выпустил двух-трех баферов, они себя бафнули друг друга, блядь, и промчались через всю базу, через всю игру, и нахрен можно просто эту игру удалять, потому что такие таланты добавляют настолько, усиляют героев, отдел локации под них. Где, блядь, их использовать? Мы со старыми героями без аугментации прошли полностью все. Теперь у нас добавляют еще больше, 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 больше. А где это все применять? На битве гильдии, на которой Минотавр, блядь, с этим новым доспехом будет просто нахрен херачить всех. Ну, я не знаю. Пишите в комментах, кого бомбит. Меня, конечно, бомбит и не бомбит, но это железная воля, это просто пиздец. Ладно. Трешуем дальше с Купидоном. Вот у нас десяточка. Побежали в судьбу. Чик. Ой, не туда зашел. Небесный пик. А, и мы тут даже ему сейчас не прокачаем. Надо будет качнуть ангела. Ладно, сейчас заебеним ангела. Сколько делов-то. Так, ну что, 11-й. Бум. Усилить, 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 улучшить, улучшить. Улучшить, улучшить. Насколько нас там хватит? До 32-го, 33-го. Даже 36-й качнули. Вот так вот. Так, ну что, у нас Купидон 11-11. Побежали, посмотрим, что он сам там сейчас себя бафнет. Так, это, конечно, все весело. Я хочу посмотреть, насколько ты быстрее будешь летать. Так, давайте вот так вот. Я хуй его знаю, где эти 20%. Давайте. Так, давайте. А, давайте. Все на раз, два. Ну, вроде как быстрее. Давайте на тыковке проверим. Вообще ни хрена не видно. Но я вам скажу, уже вроде неплохо. Давайте минусы кинем. Что-то я не замечаю особо 20%. Как-то так. Может, написать-то написали, а ни хрена не ввели. Это бывает. Ну такое, что-то там чуть-чуть быстрее он бегает. Да похуй мне стрелок сейчас, похуй уже. Похуй мне на стрелка, ребята, просто все. Стрелок нахрен не надо. Любая защита на БГ не надо. Вы просто качаете такого Минотавра и просто жестко разъебываете всех. Что я могу вам сказать? Ну что вам сказать? Смотрите, он просто заходит в базу, хуяк и ударил. И все заебись.
и похуй ему на того, ну там ладно, там сейчас череп его, да даже без, еще раз ударил. Я не знаю, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого всего, но это просто полный дисбаланс локаций будет. Ваши все прокачки, БВшки можете нахрен выбрасывать, потому что БВ нахрен уже не надо. Бум, ударил. И пофиг ему на станущие башни, пофиг ему на стрелка, пофиг на все разбросы. Так, купидончик бафнул. Ну, 100% берет. Хорош, хорош. Мне очень нравится. Надо будет еще с грубой силой тестануть. Однозначно БВ можно уже сливать на Минотавре. Потому что от него толку ровно 0. Минотавр не живет дольше там 10 секунд. Этот талант действует 15 секунд. Ну, вот такое, короче, ребят. Вот такое, я не знаю. Вот смотрите, идет. Стрелок, какая суть? Он станет. Сейчас он не станет. Вертолетики забирали энергию, сейчас они ее не забирают. У него есть 8 секунд, чтобы добежать до любой цели. Это без разгона. Если кинуть еще всех героев вместе, все. Плюс еще Купидон дает усиление. И насколько дает? Где наш там Купидон? Уже 68%. Ну, и передвижение еще увеличивает. А сейчас мы его качнем, ребята. Сейчас я открою, кого там нам надо. По Берику качнуть. Так, это не то. Ангела, да? Ну, идем, ангела откроем. Вот такие вот дела. Теперь даже я буду бегать просто с Минотавром. А чё? Можно даже не выставлять защиту. Так, ангел, 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 ангел. Вот ты. Так, есть, добавили нам её. Да, нету у вас этого героя. Как, блядь, нету? Как есть, надо просто прокачать. Так, иди сюда, где-то родная подруга. А, я еще ее не открыл. Все-таки они были правы, что у нас нету этого героя. Использовать, окей. Есть. Так, ангела мы использовали. Поменять. Ставим пятый талант сразу ей. Немножко ей левел подкачаем. Нам надо докачать там до 40 чем-то тысяч. 4800, насколько я помню. В общем, такое. Я не знаю, что вам сказать по этому поводу, но это реально, ребят, жесть. Многих будет еще больше бомбить, чем бомбило раньше. Потому что, ну, как бы, вы делаете, да, вы красавчики, вы улучшаете игру, ну, сделайте какие-то локации под это все, сделайте какие-то определенные прокачки. Но пока они нас не слышат, и это очень плохо. Так, улучшить навык. Не делайте никогда такого у себя на аккаунте. А хотя, в принципе, может нам и не надо ее пока. Но я думаю, мы на нее тоже обзор сделаем на 12. Напишите в комментах, если хотите увидеть обзор ангела. Потому что это займет некоторое время. Или я же прокачаю Бога Грома и сделаем на него обзор на максималке. Так, смотрим, что там у нас в судьбе поменялось. 37. Окей, значит, качаем дальше. Что делать? Так, это не то. Качаем ее на максималку.
Так, 5 миллионов надо. Ну-ка посмотрим, что у нас сейчас поменялось. 39. Ну, сейчас мы просветы ей добьем, ребят. Сейчас пару сек. Видите, я просто стараюсь по Бэрику вам сразу сделать. Топ-трэш-контент. Поэтому... Ну, тут все быстро делается. На моей силе фармить и ману, и золото это... Ну, пошли нахер. У меня Минотавр. Железная воля. Просто охренеть. Ну, я ничего не могу сказать. Вы уже сами, в принципе, все видите, что делается. Это просто огонь. Так, алтарь героев. Усовершенствовать. Есть руны. Ну, сейчас мы просвет поднимем, думаю, где-то до 70-го. А может и уже хватит. $39,600. Нет, не хватает. Надо все-таки уровень гнать, походу, еще. Короче, вот такое вот. Вот так вот. Не знаю, что будет в следующей обнове. Вообще, я даже не хочу думать. Я хочу просто сегодня докачать еще троих хранителей, которым я тоже талантики уже повыбивал. Точнее, у одного ремка стоит чисто ради интереса. Для теста людям показать. И все, и можно просто месяц ждать чего-то нового. Так. 900. Странно, очень странно. Видите, оказывается, левел, наверное, походу дает нормально. Это не проблема, сейчас мы нахреначим книг. Единственное то, что вот Минотавра, ну он так херась, и он и жил седный, то есть, ну, его сливают, да, но его в любом случае его сливают. Ну, а сейчас он просто до цели. Самая основная была задача, чтобы он до цели дошел. Купидон дает дополнительный баф на скорость. Это просто жесть. Плюс хранитель, плюс питомца. И все, и вы просто так тык-тык-тык-тык-тык, и вы уже у человека, блядь, на середине базы просто его... Ну, не знаю. Меня немножко это, конечно, задело, потому что я не хочу такого развития игры, когда начинается какая-то непонятная движуха с талантами. Вот эти вот изменения. Было все нормально. Сделайте сначала под эти таланты, под старые таланты локации. У нас добавляют каждую обнову героя, и там просто... Просто огонь, что не герой, то какая-то имба. Тут хотя бы какую-то, блядь, маленького пиздюка добавили, эту жабку. Ну вот смотрите, мы без проблем дошли до его здания 18 секунд. За 18 секунд он всю базу оббежит два раза. Ну, не знаю даже. Ладно, не будем бомбить охуенную обнову. Мне выпало два охуенных таланта. Вот так, раз, два и все. И до свидания. Так, окей. Руны. Смотрим, что там у нас поменялось по судьбе. Так, еще надо немножко... Ну, сейчас мы по левелу его немножко подкачаем. Давайте волнами, будет быстрее. Заодно и ману нафармим. Так, в целом, обнова на оптимизацию, вроде казалось бы, ну, сделайте хотя бы одну локацию какую-то. Доведите до ума. Я, честно говоря, меня все устраивало в плане оптимизации. Зависало, оно и будет зависать. Вы с этим ничего не сделаете.
Ой, что-то я забежал уже не туда. Ладно, я нубас. Так, смотрим. Блин, да походу надо качать в потолок. И то может не хватить, что ли. Это огонь будет, если нам не хватит. Ну, у нас есть куча всего, куча ресурсов. Это как бы не проблема. Заодно потестим ее на 12-12. Называется, сделал обзор на Купидона, качаю ангела, блять. Топ вообще. Блять, а какой это я? Не, все правильно. Уже думал, что-то не то фармлю. Китайки переигрался. Вам не хватает золота. Спасибо, ребята, что напомнили. Я это знаю. 485. Странно. Очень странно. Очень-очень странно. Так. Ну, возможно... Возможно, тут еще есть такая тема. Делать вот так. Вот так. И вот так. Возможно, из-за этого... Я сомневаюсь. 485. А ну-ка, если мы будем делать так. Странно. Ладно, качаем ее в потолок. Пропуска у нас есть. Секунду, ребята. Надо добавить вам видосик один, который вы увидите перед этим. В принципе, даже если так взять, новый герой нахрен мне пока не нужен. Даже если я сейчас солью кристаллы, которые он на него там подкопил. Это не проблема. Так. Мы вкачаем ангела мега. Мега невибического. Кристаллы сейчас, думаю, скоро у нас тоже добавят их. Будут свободным. Так, 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 так. Так, 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 так. Дева. Я хочу уже этого мелкого прокачать. Ужас просто. Смотрите, как медленно, сука, качается. Ладно, идем на подземочки. В действительности много в обнове интересного. Много полезного. Ну и много того, чего нахрен не надо. Так, еще плюс один левел. Я жду тут акцию, которая на китайке была, там где мега до хрена кулаков дают. Там за 200к кулаков можно выбить, ой, за 200к сама можно 80к кулаков выбить. По сути, можно за 2 ляма просто затариться кулаками себе. На лям кулаков набрать, не париться вообще ни о чем. Так, окей, смотрим. Давай, давай, ангел. Надо было все-таки второго этого пиздюка качать. Не заморачиваться вообще. Так. Так, так, так. Ну ничего, сделаем ангела на максималке. Вы ж любите трэш-контент. Так. Все, есть. Побежали на Купидона. Улучшить, улучшить, улучшить. Бум. Все, ребята, Купидон 40-го левела. Думаю, это будет очень интересно. Ставьте лайки, обязательно делаем все для вас. Побежали тестить.
Так, хочется найти какого-то нубасика с какой-то расстановкой такое, чтобы можно было посмотреть, как он будет лететь. Вот давайте вот тут посмотрим. Вот он медленно летит. Сука, не успел долететь. Так и знал. Эти стрелки. Не, видно, разница есть. Очень разница заметна. Че, побежали? Ёбнем подземочку. Давайте 7-9 ради интереса. Вот таким вот составом, как есть. Сейчас я только магию возьму. У нас Купидон дает плюс 75, увеличение плюс 72, если я не ошибаюсь, и скорость атаки. Не скорость атаки, а скорость бега. Плюс у нас Анубис, уже заговорился. Плюс у нас тут минус. Просто огонь. Сейчас нас Ронин наебнет всех. Ну я так и говорил. Ну блин. Неплохо с Минотавром идет. Сейчас я поставлю на тыкву ремку. И сюда ремку. В общем, вот такая вот фигня, ребята. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что будет дальше в обновах. Хотели получить Купидона, получили. Но сейчас, блин, я просто смотрю на это. Нахрен надо был такой Купидон? Это просто жесть. Увеличение еще скорости бега героев. Да куда уже увеличивать? Сейчас тыкву поставим. Ангела. Тут поставим слона. Так, и тут. А тут поставим рогатое существо. Идем на 7-9. Магию я вроде взял. Так, раз, два, начиная с тыковки. Блять, проебал тыкву я. Ну посмотрите на эту хрень. Ребята, просто оживило и все. И подземка пройдена на 50%, Минотавр ударил. Ну это, блять, это просто, я не знаю, это просто жесть. Сколько вы с ней там мучаетесь, да? Сколько вы там трешуете? Вот я не могу 7-9 пройти. Да тут нехрен петь на 3 звезды даже пройти таким составом. Любым составом. Если у вас есть Минотавр такой, это все. Это залог успеха. Тут я не знаю, ли мы сейчас героев сможем. Мы тут героев просто не сольем, не успеем. Ну давайте просто попробуем ради интереса. Я не буду там тотемы деактивировать. Ну, надо еще юнитов сюда, конечно же. Не, это надо будет отдельно попроходить. Ну, 7-9 вы сами все видели. Это просто жесть. Не знаю, ребят, пишите в комменты, я потестирую его на архидемоне, скажу, что он там сможет, у нас скоро архия. Не буду затягивать видосик, но реально, бля, просто мега круто. Купидончик один из топовых, которого надо будет качать в первую очередь. В следующем мы прокачаем, думаю, хранителя. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сори, что задержал так долго видос, но сами все видели. Пришлось качнуть еще ангела. Подписывайтесь на канал, делайте репостики, ждите новых серий. Всем пока.